дети любят, когда с ними играют, когда с ними общаются. И дети с синдромом Дауна – это не исключение. Чем мы можем им помочь? Да многим. Для начала просто приходите на концерт. Будем там вместе. Пустите солнечных детей в свою жизнь. Здравствуйте, я Эвелина Блёданс. Я приглашаю всех неравнодушных людей 21 марта в День людей с синдромом Дауна на благотворительный концерт, который состоится в 11:00 в ДК «Металлург». Организовывают это чудесные родители солнечных детей, самарские солнышки. Приходите, будет хорошо, и вы отдадите частичку своего тепла этим детям. А ведь это так важно. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Белоголовцев. Я приглашаю всех неравнодушных людей на концерт, посвященный человеку с синдромом Дауна. Концерт пройдет 21 марта в 11 часов в ДК «Металлург». Приходите, сделайте доброе дело. Удачи вам, здоровья и счастья!